Всем привет, с вами Диктофон и Риночи. Привет! И сегодня мы поиграем в игру под названием Bloons TD Battles. Некоторые зрители просили на моем канале поиграть в эту игру в преддверии выхода следующей, второй части, которая уже выйдет у нас совсем скоро. И я так подумал, что одному мне будет скучно играть в эту игру, поэтому я позвал своего друга. И как раз таки ссылка на нее будет в описании. Подписывайтесь на нее, смотрите, как раз таки ее, ну, как она проходит, также будет видео об этом. Да, ведь? Да. Мы зашли в эту игру, даже прошли обучение, оба сдулись, оба проиграли, конечно, ну, потому что нам надо было как можно быстрее начать играть. А тут еще все оказалось на английском, мы немного затупили в этом. Да, ведь? Я вообще офигела. Самое главное... Я на английском, но донат русская валюта. Да, еще регион Россия. Ну, да. И как мы поняли, что надо вот тыкать play with friends. Да. Давай, тыкай Риночи. Давай я создам... А, давай я создам create battle-то. И тебя тогда приглашу. А, какой у нас будет? Мод нападение или защита? А если нападать буду я не против. Ну давай посмотрим хотя бы. Мы ни один из модов даже не проходили ни разу. А, наверное, выберем классические правила. Так. Да. А я вообще сейчас только посмотрела, как играть в Doom. Invite. Тут нет друзей, тут надо через Steam, что ли? А, мы еле как разобрались. А, оказывается, тут есть код. Я сейчас попробовал скинуть Риночи его, и она вставит, наверное, и все вот посмотрим. Так. А, да, тут батл-код есть. Ага, давай так посмотрим. Потому что Invite через Steam у нас почему-то не работал. Просто не подключается. Я просто должна подключиться. Да, да-да-да, плеер. А чё, у тебя даже ника нет? Ну, у меня какая-то загрузка. А у меня есть твой ник, но у меня нет твоей аватарки Дискорда. А у меня есть моя аватарка в Steam. А у меня есть моя аватарка в Steam, а у тебя обезьяна. Так, я не знаю, чё, нам можно начинать? Наверное. Но у меня будто и я гружусь, и ты грузишься, и еще типа. Тебя, короче, ждем. Меня? Ну да, а у меня тебя. Confirming opposite. Да, какую карту выбираем? Наверное, давай самую первую. Давай что попроще, потому что я ни хрена ничего не могу. Вот все, я тыкал confirm. А, тут можно 4 башни выбрать. Да. Так, я знаю, что ниндзя топ, я возьму ниндзя. А, тут какой-то бонусный, четвертый. Да. Чем мне выпадет? А там оно одну энергию, да, тратит или что? Я не понимаю. Походу. А, да качу, ладно. Мы мажоры, мы можем себе позволить. Да. Ой, да. Мне подводников дали. Офигеть. Мне повезло. А мне вообще этого... Как он? Инженера. Мне дали инженера. Чё, все, ты готова, да? Да. А, надо же нажать. Да-да-да. Лодинг. Так, классические правила использования энергии. Мы можем ускорять? Да, можем ускорять. Ой, тут уже пошло. А это уже началось? Да. Как-то неожиданно. Так, я пока просто поставил. Вроде нормально. Если я не ошибаюсь, то эта графика как в пятой части. Поэтому, в принципе, прикольная, нормально. Конечно, в шестой части мне графика получше нравится, если честно. А мы можем переписываться, пожалуйста, прикольно. Давай поболтаем. Раз уж есть такая возможность. Ай! Реально. Так, осталось бы мне найти, где это. А тут этот, значок чата посередине прям. Ай, реально. Офигеть. Не плакай, все не так плохо. Да, конечно. А ускоряться мы в итоге можем или нет? Наверное, можем, но пока что мне и так хорошо, ты мне уже одну жизньку отняла. Правда, прости. А я, да не, это же у нас тут батлы, это нормально. Знаете, вот сейчас будет прикольно, вот я человек, который уже снимает, ну, снял 70, не, видео 50 по Bloons TD,
и как бы Риночи, которая ни разу не играла в нее, сейчас возьмет меня и сделает. Вот реально. И все, и целюсь. Да, но у него контент прикольный. Мне, блин, про персонажей вообще в кайф смотреть. Че, рекомендуешь, да? Да. Ну и спасибо. Да даже моя мама оценила, правда, она не в Ютубе смотрела. Понятно. У тебя тут прошел. А, нет? Или что? Что это за блудной шар такой? Это, видимо, ниндзя может такое делать, по-моему. Здесь понятен. Я куда-нибудь... Жесть, это ты мне всего такого надсылала, я же сдохну быстро. Я любя. Реально. По-другому и не скажешь. Так. У меня, кстати, на удивление, обезьяна-инженер, у него больше открыто, чем у других. Если у других я могу всего по две покупать, то у инженера у меня больше. То вот он мне рандомно выпал. Блин, ну слушай, инженер, как по мне, топ. У меня еще будет скамфляж. Я даже не шарю, что он делает. А, это вот тот, который турели ставит. Да, ты посмотри, сколько он турелей поставил. Ну он, да, он топ. Угу. Так, надо бы тоже что-нибудь Риночи это слать, чтобы жизнь медом не казалась. А то как бы победить-то хочется. Ну, побеждать-то всегда хочется, блин, я не знаю, куда мне поставить ее. Правда, тяжело, все равно ведь тяжело. Я бы хотел прокачать пену, как я понял, это следующий навык пена. А, он уже пенится. А что за пена? А, я не знаю, тут что-то у него 3800 стоит. Че могу, че могу. Блин, а денег-то да, нет? Ты мне тоже эти свинцовые это слала? Ну у нас же один мозг на двоих. Да реально, блин. Несправедливо. Чё это? Я башни выбрал на свои пушки, чтобы она била только самых сильных. Это как раз будет самое то. Блин, а как этот пират, или кто он такой дорогой? Еще минус в том, что у тебя как бы карта-то почти не водная. Тебе почти некуда его ставить. Ну, главное, что я вообще могу его поставить. Если бы выпало то, что я не могу поставить, было бы вообще что-то как-то не очень. Это точно. Так. Во, я прокачал себе инженера по максимуму. Теперь мне интересно, что он будет делать. Поставлю-ка я еще, наверное, одну самую обычную обезьяну. Их надо будет ставить, наверное, как можно больше. Потому что пока что у нас большие прокачки как бы не открыты. 15 раунд у нас уже. Неплохо как-то. Офигеть, у меня инженер там турели-то нам выставлял. Он пробил уже 1500 шаров, кстати. А, где вот ты смотришь? А если на него тыкнешь, то тут там слева снизу вылезет попс. Офигеть. Ну, нет, не проходят. Ты видишь, у меня есть такой синенький контейнер? Ага. Он типа засасывает шары, да. Это вроде от инженера, да? Если да. Вот я офигеть, это и прокачал. Я не бездарный. Не зря смотрела. Вообще, да блин, я-то еще и сливаюсь. Мне 126 хп. Ты еще даже ни одного не это. Что происходит? Это, кстати, наверное, плюс того, что ты выбрала этого обезьяну-ниндзя. Обезьяна-ниндзя, типа, хорошо с камуфляжем справляется. О, что ты делаешь? Сколько шаров? Меня к такому жизнь не готовила. Так. Сейчас тыкаем вот так. И теперь я хочу... То есть это теперь усиливает. Ладно, в принципе, неплохо. Я поняла, я неправильных отчасти вкачала. Mm-hmm. Я забыла, что здесь же у них ветки есть. Да. Я просто все подряд скачивала. Я тоже поначалу так делала. Я стою и думаю, а что-то не то, по-моему. Да, вот, например, если у первых наших башен только две ветки открыто, ну, точнее, только подвал, улучшение с каждой стороны,
Так вот та, которая нам выпала на рандоме, у нее как бы вообще все по максимуму. Жизнь, конечно, сложнее становится. Тут можно сдаться, кстати, если хочешь. Я не буду сдаваться. А что это? А, не знаю, не хочу. Удивительно. Да. Так. Опять. Ты чего наделала? Я такая, смотри, какая-то штука странная. Блин, а я на это еще 2.5. Офигеть. Как это было резко, на самом деле. Мне кажется, до первого раза я долго держалась. Чё, давай рематч. Давай. А где рематч? Да-да-да. То есть рематч это, видимо, реванш. Сейчас посмотрим. Давай другую карту. Давай что попроще. Там есть что попроще? Вот самая первая была, наверное, самая простая. Давай попробуем вот Shallow River. У тебя же тоже видны карты? Да. Ну давай ее. Угу. Так. Сейчас я точно выберу одного ниндзя. Пушку такую точно обезьяну. Давай рандомно. Ой, что я наделал? Я не хотел так рандомно. Я, короче, тыкнул рандомно, и у меня вообще фигня вылезла. Еще и бомбардир. Ой, а мне вылез этот... На вертолете, который. У меня такой комбо. Я в шоке. Странно на самом деле, что ты у меня там до сих пор не прогрузилась. Ну что, типа твоего ника не видно, ни иконки. А, так они попали. Я отсюда иду. Да, я тоже что-то не понял. А я, по-моему, это. А я, походу, сейчас это все. Так не ты одна. Да. А что-то как-то, по-моему, не очень. Давай переиграй. А, нет, это все. Так а почему? У тебя же тоже это... А зачем тогда здесь вот эта дорожка, непонятно? А может потом по ней будут идти? Там бывают такие карты в Bloons TD, когда, например, на раунде 60-м, 40-м появляется новая линия, и оттуда тоже начинают идти. Типа это сложная карта. В Bloons TD обычно. Но здесь она не прям такая сложная. Она, в принципе, как бы нормальная. Пипец. О! О, слушай, по другой линии пошли. Так... А, знаешь, в чем прикол? По другой линии идут те, которых я отправляю. А-а-а, капец. Жесть, ты мне надсылала. А я просто потыкала. Пипец, блин, просто потыкала. Нормально так. Ты такую тактику придумал. Правда, по расстановке все очень тупо вышло. У меня, наверное, похуже в этом плане. Ты посмотри, сколько у меня там шпилькометов. Да там вообще... А у меня, кстати, вообще их нету. А, у меня же эти есть. Я забыла. В чем? А чё его? Куда было поставить-то? У меня пушка есть. Я понимаю, что я, скорее всего, с ней, ну, вообще проиграю. Надо ну, вы знаешь, я думала, мне повезло вот с этими с вертолетчиками. Походу, не повезло. Ну, нет, ты ж потом их прокачаешь, в принципе, нормально. А как ты ставил, куда он, типа, должен ориентироваться? А ты тыкни на него, и там у него будет, типа... Таргет. Я могу его только вот так возить. Нет, тыкни на саму Ашку. А. Там будешь типа таргет, видишь? Нет. Ну там, где мы смотрели, сколько типа уничтожило шаров каждая эта обезьяна. Он летает за моей мышкой, понимаешь? А может быть в старой версии не было такого? Не знаю. Ну я тебе прям точно сказать не могу, потому что у меня у самого... Тут есть вот эти вот шары. Угу. А, есть Follow Mouse, а есть Look and Please. Вот. Ага, ну вот, да, тогда. То есть ты ему просто местность поставишь и все. Угу. Так, ну я пока более-менее справляюсь. Инкам себе стараюсь увеличивать.
У тебя сейчас сколько он? Это у тебя, которые зеленые штуки? Угу. 264. Неплохо. Я даже, кстати, так толком и не поняла, как их увеличивать. Ты отправляешь мне шары, их получаешь. Ты понимаешь, я сейчас сдохну. Ой, ой, капец. Да не, еще то, что ты мне отправила свинцовые, а мне-то почти это... Мне только снайпер с ними справляется. Я сейчас, видимо, снайпером буду ставить, чтобы они это... Стронг били. Там моему этому летчику вообще за себе ты там в углу чилит, вообще хорошо. А он типа у тебя сам целится или что? Ну да. Офигеть. Просто... Видишь, он сам летает. Угу. В шестой части это прокачка типа денег вообще стоит. Поэтому прикольно, что тут так. Опять проходит, да вы чего? Тут пора пушку ставить. 15 тысяч, вы чё? Улучшение? Да. Ну, да. В Блунс ТД есть, ну, в шестой части есть и побольше. Так. Set target. Выбрать цель. Я бы вот куда-нибудь здесь стрелял, потому что она может и сюда попадать, и вот здесь бить. Ну, неплохо. Хоть какой-то уже дополнительный урон он стал наносить. Ай, блин. Не то выбрал. Ну, это такая пушка странная, я считаю. Да. Ну, это вот... Это не пушка, это мне выпал такой этот... Челик, я забыл его имя. Я им почти не пользуюсь. Ну, так-то он довольно-таки полезен, как по мне. Ой. Так, еще одного вот здесь по таргетам надо бы выбрать. И вот его уже буду прокачивать на правую линию. Ой, как опасно на самом деле. Мне это не очень пока что нравится. Я как понял, что мы действительно в основном деньги будем получать только от Энкама. То есть за то, что мы лопаем шары, нам вообще ни одной монеты не идет. Нет, может быть, что-то дойдет. Нет, не идет. Я только что смотрел, это вообще ничего. О, ты что сделал? Зачем ты это сделал? Реально, да? Ты посмотри, сколько у меня хп и сколько у тебя хп, да? Я активно пытаюсь выживать вообще-то. Я как будто не пытаюсь. Все мы люди. Ой, тут там... еще пошли. Вообще. Ой-ой-ой. А у меня-то с самвой вообще не лучше. Блин, у меня прошли чуть-чуть. Чуть-чуть. У тебя 144 хп, у меня 85. Не твои проблемы. Ты посмотри, че. Мне уже 54. Ой-о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 й. О, у тебя тоже начали проходить. Я активно сливаюсь. Я тоже. Теперь получается, кто быстрее сольется. Вообще. Ну как, в принципе, и задумалась игра. Да. Кто быстрее сольется. У меня там вертолетчик вообще защибил. Ой, вот сейчас я сдохну. Он там уже 5000 коров убил. Офигеть. Да. Ну, вертолетчик тут прям топ, знаешь, это. Хотя вот я бы сказал, мои вот эти вот тоже очень крутые. Башни, которые выпали мне на рандоме. Да пипец, да хватит идти уже. О, вот сейчас я сдохну, реально. Ура, я победила. Вообще, счет 1-1. Я тогда нам предлагаю сейчас попробовать идти в мод защиты. Попробовать defense мод. Так, давай, типа, это, вот последний. Типа. Кто сильнейший? Ну, да. Ну-ка, посмотрим. Раз уж... у нас ничья. Да, вообще. Так, какую карту? А ты можешь, кстати, выбирать? Нет. Может, на вот эту? Давай, она прикольная. А она только... Я не знаю, они прям по этим фигурам так и будут идти? Нет? Я без понятия. Я вообще не понимаю, что-то может идти.
Там. Знаешь, что мне выпало? Чем? Банановые фермы. А мне опять инженер выпал. Я хочу перекрутить. А ты можешь шить? Мед, кстати. Нормально. Ну, шиповый завод или как он там называется? А я тут, да, я тоже делаю рерол. Мне выпала супер обезьяна. Капец, ну что, это слив, я считаю. Ну я вот пока не знаю. Пока на нее ведь фиг накопишь, она же очень дорогая. Так. Откуда они пойдут? На тот 2500 стоит. Если честно, я не знаю. Ну вот сейчас увидим. О, так нормально, карта-то очень длинная, ты посмотри. Они еще по всем этим фигурам будут ходить. Тогда нормально, хотя бы так. Map skip, random rolls. А, ну тут просто это... Что энергия вот так вот тратится. Не, неплохо так-то, что сделали вот такой вот по энергии. Единственное, что мне интересно, как это все будет реализовано во второй части. Если что, будешь тоже во вторую часть играть? Ну, в принципе, игра интересная, мне понравилась. Хотя я не очень люблю прям засиживаться в старых лицензах, но это прикольно, мне нравится. Мне, кстати, что-то все очень плохо. Диктофон соврать не даст? Он мне все говорил, поснимай Bloons TD, а я все говорила, я не буду, я не люблю Tower Defense. Вообще. Я, наверное, это говорила на протяжении... Это полгода? Ну, не полгода, но несколько месяцев точно. Да. Зато она недавно говорила, что она не против была бы постримить эту игру. Поэтому да, если... стримить я люблю больше. Да, чем... а у меня как раз таки многие зрители просили, чтобы я постримил, но я боюсь, что мой ноутбук не осилит. Ой. Поэтому, если вы захотите стримов, то я вам предлагаю писать Риночи в комментариях, будет стримить. Да, и... у нас, кстати, стримы каждую субботу в 5 вечера. По различным играм. Что мне так все плохо? А я там еще надсылал просто. Ах ты! Реально. Вот, сейчас мы проходим игру про... Что там, адвокаты в суде, типа, грубо говоря. Расследуем дела и доказываем невиновность людей. Я там тоже довольно-таки часто в чате сижу, поэтому если захотите, можете приходить. Я там с вами лично поздороваюсь. Да. Я хочу на супер обезьян накопить. Офигеть, у тебя шиповый завод там уже настрелял. А сколько у тебя обезьяна стоит? 2500. И так дорого. Супер обезьяна очень дорогая. А, я поняла, что это супер обезьяна. Я-то думала, типа, супер-пупер, типа, она такая сильная. Нет, она прям так и называется, супер обезьяна. Да, я, это вот та, которая супер, она супергерой, короче. Да-да-да. А нижняя прокачка у нее Бэтмен. Да, это та, которая тебе говорила, этот, сними про нее, вроде. Я вроде про нее как раз таки и писала. Да. Может, кто-то видел, а может, не видел. Да, все может быть. Ой, так. Нам надо точно инкам, короче, чтобы у нас он рос. Поэтому слагаем всех подряд. Купим на нашу супер обезьяну. Уже не так уж и много осталось. К счастью, инкам начинает расти. Что ты мне там надсылал? Мне кажется, вот в этом раунде я солью прям быстро. О, да ты посмотри, что. Ты, да, ты сейчас, похоже, уже... сольешься. Да. Офигеть, вот сейчас, это я задавил. Знаешь, тебе даже супер обезьяна не нужна была, чтобы победить. А я просто, знаешь, я копил инкам, поэтому я без остановки тыкал на отправление. Так, ну тогда предлагаю сейчас начать Defense мод. Попробовать хотя бы. Игру посмотреть, что вообще. Так, сейчас я тебе скину код. Давай, музычка мне нравится. Да, музыка на самом деле прикольная. То есть для фона самое то. Мне интересно, как он будет работать, тут Defense мод. О, Treasure Hunt. Это ведь искатели сокровищ, типа? Не знаю. Ну, Treasure. Сокровища, Treasure, хант. Сокровища. Хант — это типа искать. Охотник.
Не, Хантер, а охотник. Хочется тогда получается, типа. Может наверное. Быть. Ну чё у тебя там, как? Чего? Так ты мне код отправил? А, ой. А я не вижу. Я тут сижу уже, это... Давно скинул, сижу, думаю, что-то долго грузится. Что-то происходит-то такое. О, что, все? О, тут столько воды. Да, тут много, на самом деле, воды. Прям как в моем курсовом. Как у всех. В принципе, это нормально. Блин, а может вокруг... Нет, я, наверное, ставлю свою стандартную пачку. Так, бонус. Мне выпадет. О, прикинь. Да. А знаешь, что мне вышло? Что, что? Деревня. Чё тебе так классно, я не понимаю. Я не знаю. Мне выпало обезьяна флибустер. Я, короче, понятно, ладно. Мне с третьего раза только выпало что-то нормальное. Не это только мой брат сначала хотела, но не хотела. Понятно. Ну типа везло, здесь прям очень много воды. Камбуст, ты посмотри тут что это. То есть тут мы не отправляем друг другу. Тут у нас кто максимум как можно дольше проживет. Да, тут... ну это слава богу. Да, реально. Ну, тебе прям повезло с флитбустером, потому что угу. Тут воды прям очень много. Мне тогда не очень повезло. Да, там у тебя прям на самом краю. Но он меня прям хорошо держал. Угу. Но он хорошо держался. Он да. Молодец. Угу. Ты сейчас, главное, отдавай деньги в этот инкам. И нам надо будет, кстати, посмотреть, что нам надо будет делать, чтобы прокачивать наших обезьян дальше. Потому что, как вы видите, у нас сейчас доступно всего по две прокачки у наших стартовых обезьян. И вы можете написать в комментариях, если бы вы хотели увидеть вторую часть по этой игре, чтобы мы дальше что-нибудь проходили, что-нибудь попробовали. Я не знаю, конечно, можно ли какие-либо испытания сделать по этой игре. Но вы такие, вы умные, сообразительные, может быть, что-нибудь да придумаете, если уже это не придумано. Не знаю, я такого контента не видела. Да ты с учетом того, что у меня... Нет, после того, как я начала смотреть твои видосы, у меня там в рекомендациях активно Блунстеде, даже в ТикТоке у меня был Блунстеде. Да, кстати, хотя у меня-то его даже там не было. Это странно. Так, у меня сейчас, похоже, проходить будет. У меня один прошел. А у меня даже не один, наверное. Нет, повезло. У меня затеяли мои. Да, мне тоже повезло. Мне флибустер тащит. Он меня по радиусу почти всю карту охватывает. Это офигеть. Да. Это очень круто. Ну, тебе прям серьезно повезло. Угу. А, у меня снайпер есть. Это у него тоже большой радиус. У него радиус максимальный. То есть ему только ограждения могут препятствовать какие-то. А здесь... тут ограждения нет. Ну да, здесь какие-то кусты, но я как понимаю, они ничего не ограждают. Кстати, я так поняла, если шары проходят, то вот этот инкам, он совпадает. Нет, у меня точно такое же, у меня сейчас прошло дофига. Это странно. Выстрели, пожалуйста. Блин, так, я сейчас понял, что мне точно надо накопить 600 долларов. 100 мне долларов мне прям спасет. А тебе на что? Снайпер. Ну, у тебя прям много обезьян, это прям хорошо помогает. О, вот все. Теперь у тебя флибустер там по всей карте разносит. Да, теперь у него еще по несколько снарядов. Поэтому прям здорово в этом плане. Ну, это в этом плане снайпер помогает. Угу. Я не знаю, конечно, но он как... дорогой. Угу. Я не знаю, как в этой игре работает. Но в Блунстеде к 40-му раунду начинается появляться этот дирижабль. Поэтому у тебя есть пушка на всякий случай? Да, но она не стоит. Надо бы, кстати, ее поставить. Ну потом, да. Для начала надо дожить вообще до этого раунда. Потому что... Да, у нас какой вообще? У нас 12, видишь, там сверху посередине все. Да, нашла. Упс.
Да. Мне оказывается, ниндзя вообще не вкач, но я еще тут думаю, что это не то. Что-то я не справляюсь, да? Да. Так. Здесь тут еще немного прокачать свою. Ой-ой-ой-ой-ой. Проходят, что-то прям ну, все так плохо. Что-то у тебя прям много проходит. А у меня знаешь почему? Потому что обезьяны не вкачаны вообще нифига. Ну, понятно. Видимо, я не доживу до 40-го раунда с такими темпами. Офигеть. Я как в том меме, я плыву на дно. Так реально, ты посмотри. Я уже руку к виску подставила. Жесть, победа. Да. Тут я тебе, на тебя могу жалобу подать, кстати. Не надо, я ничего плохого не делаю. Так, я на тебя тоже могу подать. Ну и че? Так, еще раз можем попробовать. Чем бы и нет. А у тебя тоже написано, что типа одно поражение есть? Да. Капец. У меня написано, что у тебя еще 0%. Ой, это что за индусские ковры? Это карты. А карты. Что, пробуем? А выглядит прикольно. Ну, давай. Это реально как карты, слушай. Так. Надеюсь, что со временем у нас больше появится обезьян. Но в любом случае, если тут есть стрелки... Чё? Мне опять деревня упала. Делай рерол. Чё у тебя энергии-то достаточно? 4 штуки. 4? О-о-о! Да. Почему так мало? У меня 2 ниндзя, причем разные. Ну ладно. У меня обезьяна-маг. Я хотела себе магу, кстати. Но я не буду рерол делать. У меня так 4 энергии осталось. Да. Видимо, это последняя игра. Энергии занимает. Похоже. У меня 13. Я не знаю, чё у тебя всё так плохо. Так мне-то так хорошо выпадает все. Да. Еще бы сейчас посмотреть, как они идти будут. Ферму. А ты что, ничего не поставил? А я это смотрел, кого лучше. В принципе, пока с пушкой нормально. Я сейчас смотрел, как они вообще идут. Но они, видимо, вот просто идут по этому потом ромбу и обратно, и все. Музычка веселая. Так, инкам надо прокачивать. Чтобы больше денег получать все-таки. Надеюсь, что... Хотя нет, у меня одна пушка уже не справляется, как мне кажется. У меня обезьяны что-то, по-моему, тоже. Ну, мне даже похуже, наверное, будет. Так, ну ладно, этот раунд я еще прокачаюсь. А на следующем уже надо будет тратиться на других. Потому что что-то все немного плохо. Так. Дайте мне чуть-чуть денег. О, дали. Мне кажется, то, что мы играли в нападение, было куда проще. Да, ну тут вот прям... Вот это. Угу. Тут нам даже не до отправления. А там инкам был больше. Там у нас сразу же было 250, а тут даже меньше 100. Так, надо накопить 650. А, я вот могу 400. А, я, наверное... а, мне с бумерангом упало. О, ну с бумерангом прикольно. Нормально. Ой, как у меня проходит. Да, а я думала, мне 2 ниндзя упало, только одна другая, типа. Прокачанная немного. Не, так не работает. Я сейчас мага поставлю, и мне интересно, есть ли тут у него прокачка огненной стены? Наверное, есть. Если есть, то это будет очень здорово. Угу. Это, в этом плане я люблю вот этого вот мага, и то, что он там эти мертвые шары возвращает, да, обратно. Да, некромант, это прям сила. Ой, что-то так все плохо. Что там... Полетело все. Ну пока что я не вижу, если честно, у него этой огненной стены. Но он хотя бы может плеваться это взрывами огненными. За это ему уже спасибо. Оп, я на волоске просто живу. Как я тебя понимаю. Так. Мне бы, наверное, прокачать немного пушку. Я не знаю, как это тут сейчас работает. Правда, у мага такие дорогие прокачки. Мне повезло, у меня прокачки не особо дорогие. Mm.
Блин, все плохо у меня. У меня не лучше. Ну, у меня 50 хп, у тебя 148. Ну, я-то сразу чела вставила, а ты там чуть-чуть сидел, ждал. Ну да. Море а... погоды. Угу. А у тебя какой инкам? 221. Уже 223. Откуда? Купила. У меня 130. Так у тебя 130, а у меня 123, у меня меньше еще, чем у тебя. А, так я у тебя про инкам спрашивал. О, я слился, кстати. Но, так я про него и тоже. А я услышал 300 просто. Нет. Жесть. Что, будем третью игру пробовать? Не знаю, мы же 40 минут снимаем, в принципе. Было бы лучше, наверное, потренироваться потом. Ну да, да. И снять другую вдобавок. У меня все равно нет энергии. Это заканчивалось. К счастью, здесь энергия довольно-таки быстро растет. Я как понял, что нам надо получать всякие очки, чтобы потом прокачиваться. Правда, ну, потому что я видела там прокачку. Да, правда, как прям прокачиваться, мы толком не знаем. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы будем читать. Да, да. Мы будем смотреть. А на этом, наверное, будем заканчивать, да? Или ты хочешь что-то сказать? Да я так про энергию хотела сказать, что мы тогда-то думали, что мы, ну, типа, не написано, что здесь, когда она восстанавливается, на самом деле написано. Написано? И сколько? Ну, там этот, видишь, рядом с энергией 20, такой кружочек. Кружок, да-да-да. Но, типа, сколько в секунду, без понятия. Нет, минуту там. Ну да, это тут надо самому уже ставить таймер и проверять. Но в любом случае это радует, что не так долго это все-таки ожидается. Что можно поиграть, потом выйти на часа два, передохнуть и еще потом поиграть. А так, наверное, будем на этом серию, да, заканчивать, все? Ну да. Да. Энергии-то нет. Ну, по факту, да. А на этом будет все. С вами был Диктофон и Риночи. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Всем привет, с вами Диктофон и Риночи. Приветики. И сегодня мы поиграем. Сейчас смеяться я теперь тоже не могу. Я не смеялась. Че? Я не смеялась, говорю. Ну мне реально показалось. Так, давай на всякий случай почетче говори, потому что иногда на своей записи. Я старалась, и сдерживала твой смех. А ты говоришь, что я смеялась. А я услышал по тебе, что ты начинала сниматься, еще не сказала смеяться. Так, давай, дубль 2. Всем привет, с вами Диктофон и Риночи. Приветики. Понимаешь, я максимально сфокусировался на надписи, я уже все сижу, ты так... Я реально был серьезен, пока ты не поздоровалась. Так, дубль 3. Да тише, тише, все. Всем привет, с вами Диктофон и Риночи. Привет. И сегодня мы... Мне надо тебя заглушить, когда ты здороваешься. Слышь, мне кажется, это у тебя уже просто на подсознании, потому что все время надо мной ржешь. Похоже, я не знаю. Так. Давай я поздороваюсь. Да не, все нормально. Ты кого-то ржать не будешь. Не буду. Реально? Да. Отвечаешь. Да не можно поправить. Ты еще ничего не начал уже сидеть. Так, готова? Да.